В районе пирса по адресу Калинина 4 из воды спасатели достали человека. На пульт дежурного городской службы спасения поступает звонок о том, что с пирса на Калинина в воду упал человек и не может самостоятельно выбраться. Бригада спасателей оперативно прибыла на место происшествия и достала замерзшего рыбака на берег. По данному адресу произошел вызов. Очевидцы позвонили, что человек упал в воду. Прибыв на место, обнаружили человека с помощью костюмов. Стрелец, человек был поднят на берег, передан в бригаде СМП. По предварительным данным, что у него? Переохлаждение, скорее всего, он не разговаривает ни что. Возможно, у мужчины зацепилась удочка, он полез это исправлять, но удержаться уже не смог и улетел в воду. Его товарищ по рыбалке нырять в море за другом не стал, говорит, что вряд ли бы самостоятельно сумел его спасти. В холодной воде мужчина провел не меньше часа, и на берег его вытащили практически без сознания. Оказали первую помощь и передали в руки врачей. Воскресная рыбалка для мужчины обернулась весьма неприятными последствиями. Рыбака госпитализировали в больницу, домой он вернется через несколько дней, но уже без улова. А его друг остался сидеть дальше в ожидании клева.